Строительство этого моста власти региона называют амбициозным проектом. По задумке новое сооружение свяжет микрорайон Авдотино с окружной дорогой, образовав таким образом западный обход города. Мост будет 60 метров длиной, общая протяженность с учетом подходов около 500 метров. Мост совершенно современный. Сейчас ведутся три основных вида работ. Установка подходов, песчаный настил с геотекстилем и другими современными технологиями, установка самого моста и перекладка инженерных коммуникаций. С двух сторон под объектом находятся два водовода. Геотекстиль позволит сделать подъезды к мосту более долговечными и надежными. По ним сможет без повреждений конструкции покрытия проехать большегрузный транспорт. Общая стоимость строительства по контракту составляет 104 миллиона рублей. Подрядчик докладывает об опережении графика. Черновые работы будут завершены до конца года. Старый мост был построен более 30 лет назад. Деревянный настил уже пришел в негодность. Сейчас из-за своей аварийности он закрыт для передвижения. Прежде всего, думал о возможности, нельзя ли на какой-то период сохранить движение по старому мосту, потому что, конечно, движение в городе резко усложнилось. Но нет такой возможности, к сожалению, нет. Уже через месяц насыпь отрежет старый мост от дороги. Но терпеть неудобства жителям областного центра придется недолго. Достигнута договоренность с подрядчиком о сокращении сроков строительства. Мост с учетом корректировок будет введен в эксплуатацию не в ноябре, а в августе 2015 года. Елена Белова, Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.